Всем здравствуйте! Очередная посылка из Китая. Это смарт-часы. Заказал я их по очень дешевой цене, по-моему, 400 рублей. Заказывал сыну на день рождения. Так, thank you. Поставьте 5 звезд. Ну, прислали, кстати, быстро. Поставлю с удовольствием, если часы еще нормальные. Эти часы, 533 рубля. 533 рубля. Сейчас мы посмотрим, что это за часы, что тут есть. На самом деле не особо они не нужны, я люблю механические часы. А эти так, для вас. Так, тут у нас мануал инструкции. Ну и вот сами часы. Так, ремешок такой хороший, прорезиненный. Так, а что там? А, ну зарядка, естественно, от компьютера. Так, включаем или не включается, или включается, или не включается, включается или не включается. Это чудо за 500 рублей. Так, ладно, сейчас разбираться будем. Так, ну и вот я их маленько подзарядил. Bluetooth тут включен. Ай, блин, выключились. Ай. Так, все, я зарядил. Оживай. Все, на русском дату я пока не поставил. Смотрим, что в них есть. Bluetooth, контакты, сообщения. Камера, тут же нет камеры. Камеры тут нет. Нету камеры. Так, установки. Антипотеряли. Антипотеряли. Не знаю, что тут сказать. Отдых, питье. Питье. Шагомер, монитор сна. Bluetooth. Диалер. Диалер. Ну, что выходить? 500 рублей. Ну, музыка. Музыка. Не подключена. Так, ладно. Все понятно, что это за часы. Как я сказал, уже стоит 500 рублей. Язык русский есть. TFT LCD экран 1,5 дюйма. Время, дата, неделя, состояние батареи, звонок, напоминание. Шагомер, фотографии, вибрации, отдых, сигнализация, сон, монитор, технические характеристики. Так. Время зарядки около часа. Диапазон частот 2,4 ГГц спектра. Читаю все с сайта AliExpress. Так. Так, так, так. Сколько часов-то емкость батареи-то сколько? Не могу найти. Не могу, короче, найти емкость батареи у этих часов. Так. Игрушка. Даже не знаю, зачем они мне. Ой, ё-моё. Звук ужасный. Еще смотрите. Вон здесь разъем кривоватый. Кривоватый разъем. Ну так приятный. Баловство, короче. Ладно, на этом все. Если понравилось, если есть вопросы, пишите, рассказывайте друзьям. И подписывайтесь на нас. Будем делать больше видео. Все, всем пока.